Так, ну что, ребята, у нас все готово, а? Нет, слушайте, криво, вот стул стоит, я уже не знаю. Ребят, надо что-то со звуком решать, что-то как-то это. Тём, дай чуть-чуть, вот, мне нравится, мне нравится. Со светом вот можно что-нибудь, да, поиграть еще. Давайте, доплачу, сделаешь нормально? Давай. Во, вот это другое дело, мне нравится, супер, отлично. Так, мои ведущие еще должны прийти, да? Я сразу... Хабиб, вот братан, как всегда с опозданиями. Что вот за суета, привет, пробки, привет. Москва. Сколько можно? Что так долго, а? Я сценарий распечатал. Все готово у нас? Не нужен, братан. Почему это? А я так. Ты профессионал своего дела? Ага. Все супер, хорошо. А смотри, значит, ты чуть возьму пока. Привет, ребят. О, привет, привет. Подожди, это что за Panasonic? От тебя, наверное, с тобой же пошли. Ты кто, это мальчик? Твои друзья? Меня прислала... Бог тебя нам послал, да, моя девочка? Меня послала Татьяна Викторовна сюда, чтобы Хабибу помочь. Очки зачем? Очки зачем? Для образа. Так это не с тобой, короче, да? Походу нет. Ну, в принципе, мы не против, чтобы оставим. Нам помогли. Мы... Оставим. Так, тогда все готово, расскажи. Стоп, как зовут тебя? Марат. Марат? Марат. Хорошо, Марат, Хабиб тебе расскажет, значит, по сценариям, что и как. Я пошел тогда ребятам звонить, пускай уже подъезжают. Все, давай, хорошо. Мы тогда с Марат. Алло, все, готово, давайте, подъезжайте же. Братан, ну ты вообще как себя чувствуешь, хорошо? Отлично. Смотри, мы сегодня без сценария работаем, но я так буду поглядывать. Ты никому не говори, хорошо? Хорошо. Ты, давай, пятюню сначала. Будем все. По-пацански работать. Как? По-пацански. По-пацански? Что ты никого не напомнил? Ну ладно, по-пацански, давай. Ни слова о любви, не светят больше наши фонари. Ты бежишь за мной, я бегу от любви. Не светят больше наши фонари, фонари. Ни слова о любви, светят больше наши фонари. Ты бежишь за мной, я бегу от любви. Светят больше наши фонари, фонари, фонари. Светят больше наши фонари. Ты бежишь за мной, я бегу от любви. Светят больше наши фонари, фонари. Недаром тогда пропал с твоей базы. Огромный букет, но помню прям как сейчас стою, держу за спиной в руки. Мила, 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 себя покажи в оконце. Покажи глаза, которые блестят как солнце. Солнце прямо здесь, из лагеря летнего потока. Шалтай, болтай, девчонка, не дотрога. Покажи запал, не улыбнись, ну хоть немного. Ведь для тебя была моя сада, опасная дорога. Эй, выходи скорее, цветок дам. Хочешь? Глубоко что знаешь, не покупал, а рвал ночью. Кто бы не подумал, тогда тебе, бэйба, врать, впрочем. Давай выходи, ты выходи, давай, бегу, меня ждал очень. Ничего не вижу, но гроза, то твою зорь. Давай докажи, попробуй, что любовь просто вода. Бежит по твоему окну наивный мой солнечный заяц. Бежит и верит, он так будет всегда. Слово о любви, светят больше наших фонари. Ты бежишь за мной, я бегу от любви. Светят больше наших фонари. Тебе однажды подарил. Этот фильм с тобой, малыш, уже не повторим. Теперь уже не фильм, жизнь Салави. Он летит журавли, все с собой в детство. Пусть и лебеди, во времена дедов с детьми. Где я гадаю, но молчу, мне открой сердце. И пусть ангел тебе дадут стрелы, пусть из детьвы. А впереди у нас ровно две недели. Имя свое написал, охною мне на теле. Дурачились и целовались, мы так громко пели. А любви, судя по всему, которой нет на деле. Ты сказала мне лишь одно прощай. И прошло с тех пор уже слишком много лет. Но почему, как только вспомню, то будто все сейчас. Почему пытаюсь отыскать на себе твой след? Это мечта, непридуманный след. Твой оставленный след. Эй, эй! Это пути, что вели в никуда. На одной из планет. Эй! Ни слова о любви. Не светят больше наши фонари. Ты бежишь за мной, я бегу от любви.
на фонари. Ты бежишь за мной, я бегу от любви. И светят больше наши фанафонари, фанафонари, фанафонари. И светят больше наши фанафонари. Ты бежишь за мной, я бегу от любви. И светят больше наши фанафонари, фанафонари. Парни, это было супер круто. Добро пожаловать к нам в караоке. Кстати, вот у меня есть электрик. Ой, все, ладно, не так уж и было. У меня есть знакомый электрик, который починит ваши фонарики. Так что, Марат, по-пацански можно с ним поздороваться? По-пацански. Это по-пацански было? Еще раз. Короче, если ребят много, подожди, повернись. Скажи, всем общий салам, говори. Всем общий салам. Ребят, что происходит? Что происходит, ребят? Вам не кажется, что чего-то не хватает? Так, в принципе, классно, но давай конкурсы какие-нибудь, а? Конкурсы есть, подожди. Ага. Ты знаешь, что конкурсы делать, Хабиб, конечно. Все. Итак, у нас ребят, есть... Ребят, караоке где? Стоп. Где? Кто-нибудь видел парни, караоке? Почему карту? Парни, вы что? О! Здорово, о, вообще-то! Нашли наконец-то о. вас, ничего себе. Я не понял, а вы что, опоздали? Вы в чем вообще одеты? Я вам отправлял нормальный дресс-код. Вы видите, что как мы так? все одеты? Ну вы смотрите, как мы все одеты и как вы пришли. Да мы красиво одеты, что тебе не нравится? Мне не нравится, это не дресс-код, ребят. Так, давай дадим им шанс, Пацаны, у вас есть минута, чтобы это безобразие исправить. Готово? А можно музычку, пожалуйста? Да, без музыки мы не сможем. Ой, мы еще и музыку. Мы можем вам еще поаплодировать, парни, давайте. Это просто позорище. Какое позорище? Ты что, подштаники к этому, к трусам привязал? И... Все хорошо, лучше все, пожалуйста, сядьте куда-нибудь, уже исчезните с глаз моих, боже. Музыку, пожалуйста. Последний раз, когда я куда-то позвал. 3, 2. У, парни, ну пошумите. Я, конечно, понимаю, что парень танцует, но все же. Слушай, вот. Нет, ну эффектно. Это мой друг, ребята. Базару ноль, эффектно. Ну а теперь как оно? Нормально, я же говорю, вот это другое дело. Что ты свои труселя, куда ты их подтянул? Боже, стыдобище какое, а? Так, деньги потом все верните. Мы можем теперь присесть. Конечно. Присаживайте уже куда-нибудь, чтобы вас меньше слышно было. Ну хотя тот вариант был лучше, честно. Можешь обратно? Давай реверс. Окей, ребята, пожалуйста. Мы здесь на самом деле... Вот что ты сделал с собой? Мы не просто так собрались, на самом деле. У нас сегодня праздник. Вы вообще в курсе, что мы сегодня празднуем в караоке-то? Понятно. Я все скажу сам. У нас сегодня День Святого Валентина. Как еще по-другому праздник называется? Правильно, День Всех Влюбленных. Вот он всегда. Всегда мне помогает. Молодец. Занимайся. Так вот. Парни, хочу с вами поговорить о любви. Чё такие тухлые, кислые, ребята? Короче, вот ты в красных очках. Ты в красных очках, иди ко мне. Но не так быстро. Подожди, ему надо заплатить, чтобы он пошел. Они же тут все такие, ты что, не знал, Хабиб? Итак, у меня и ты, в принципе, тоже. Ну, мы потом рассчитаемся с тобой. Я валютой. Обязательно. Что для тебя любовь? Обман. Обман? Тебя кто обманул, мальчик? Что ты мне все пихаешь, свои купюры? Все, Марат, давай теперь ты. Спрашивай, вот у кого хочешь. А для тебя что? Пустая трата денег. Так, вот это я согласен. Разберись вот с человеком. Вот это я согласен, да. Ты на пол посмотри для начала, а потом говори. Окей. Я хочу у гостей спросить у наших товарища. Что для тебя отношения? Я скажу одно. Вот у меня есть девушка, и девушка — это очень дорогое удовольствие. Очень. У него есть девушка. А я хочу сказать, вот вы говорите неправильные вещи. Я хочу сказать одну правильную вещь про наших девушек. Девушки для меня это балласт. Это балласт, который тянет меня каждый день на дно. Я только поверил тебя. Это было хорошо. Это нам не нужно. 100% молодец. Не нужно. Все. Парни, ну так нельзя. Дай ручку пожму.
Окей, я даю еще шанс. Марат, спроси еще у кого-нибудь. Я надеюсь, что кто-то уверен, скажет нам нужные слова, правильные. Да что ты все ко мне... Я знаю, что такое любовь. Давай. Это ежедневная, каждодневная, ежеминутная, секундная нервотрепка твоих мозгов. Правильно, которых правильно! Уже после этого всего, да. Ребят, ну у кого-то хоть есть позитивные мысли, а? Марат, брат. Хорошо. Я в тебя верю. Ну смотри, любовь — это сказка. Сказка — ложь. Ложь — это боль. Следовательно, любовь — это боль. Ну а где здесь позитив? Позитив в том, чтобы быть холостым. Это было хорошо. Подожди, это получается у нас не День Святого Валентина? Это получается какой-то антилав-шоу? Антилав-шоу! Разные рейсы, разные самолеты, у нас разные пути, разные аэропорты. И даже при этом сейчас я сижу и думаю о тебе. Я хочу в последний раз обнять себя крепко. Самолеты, у нас разные судьбы, у нас разные заботы. А помнишь, как раньше, цветы в руке, улыбка, слезы, счастье, клятва не расстаться больше. Прошло полгода в другой стране, даже в инстаграм не лайкаешь фото. И даже при этом сейчас я сижу и думаю о тебе. Я хочу в последний раз. Тебя и подловил, прунь. Песня ты о любви, дорогой. Что ты мне там говорил до этого? Ну она же грустная. О какой любви вообще идет речь? Да что ты мне все тут караоке уже. На место сядь. Ну что, друзья, хотели конкурсов? Кто хотел конкурсы? Руки поднимите. Так. Я не хотел. Ты не хотел? Вот тут самый первый будешь участвовать. У нас конкурс называется... Как называется? Пошазарю. Конкурс называется... Читаю по слогам. Конкурс называется «Шазам против вас». Ну вы поняли. Я включаю трек популярный. И Марат одновременно включает «Шазам». Кто быстрее определит, что за песня, нужно, ну, сказать название или исполнителя, желательно все сразу, тот у нас
получает... просто получает. А просто достаточно выкрикнуть. Да, мы будем считать, кто больше наберет очков, Шазам или ваша команда, кстати, как она называется. Спасибо. Без баб, общество без баб. Без девушек. Без девушек. То есть. Без девушек. Молодцы. Ну что, кто готов? Или подождите, они все участвуют, каждый, или мы будем играть с каждым по отдельности? Нет, давайте мы просто Шазам вместе. Вместе, вместе, да? Вместе, да? Короче, есть версия, поднимайте руку и погнали, хорошо? Окей. А вы... Выкричите, окей. Говорите сразу название, ладно? Чтобы не было вот этой паузы. Шазам быстро работает. Все, погнали. Первая песня, друзья. Итак, раз, два, три. Я взлетаю как ракета. Була. Ай, вы были быстрее. Шазам даже не понял. А Шазам не хочет работать. Он до сих пор слушает. Ладно, окей. Тогда нет результата. Все, хорошо. А вот и все. Ладно, давай запишем 1-0. Пацаны и красавчики, пошумите сами себе. Честно, я вообще не ожидал. Еще даже музыка не началась играть, не да начала играть. Аккорды уже знают, и все. У кого там правильный ответ? Вы что, списали, что ли? Ну да. Беспредельщики. Ну ладно. Так, 1-0. Давай, я пишу Ше и ребята, и Ре. Итак, у нас Шазам 0, ребята 1. Очко. Очко. Очко, есть. Продолжаем Давайте. Играть. Есть очко. Итак, я не выключаю трек, чтобы он дольше определялся. Погнали. Следующая песня. Если бы слезы были твои глазами. Анерсай, слезы. Да что ж такое? Капец. Изи. А он определил. Шазам 0. Да, ну, когда он определил долгий. Уже эстонский. Ты что за Шазам? Эстония, что ли? Я не знаю. Так, ладно, хорошо. Дадим Шазаму третий шанс. Итак, я сейчас выберу песню, которую вы вообще не знаете. Ягода Малин Хабиб! Ладно, окей, хорошо, подождите, ребята. Вот это вот, кстати, может быть, и вы даже и не знаете. Попробуем. Так, 3, 2, 1, погнали. Я знаю тысячу причин. Фогель, привычка. Шазам был быстрее! Подожди, так нужно обязательно артиста и песню. Конечно. То есть артиста недостаточно? Нет, ребят, нет. Ну... Полбалла наши. Подождите, нет, есть не полбалла. Да. Ну, смотрите, у него очень много песен. А какая песня? Нужно знать. Поэтому очко уходит куда? Шазам! Погнали, следующий раунд. Ребята, счет объявляю 2-1. Пока еще не все потеряно. Ну давайте что, ты соберитесь. Давай следующий. Готовы нажимать? Так, ну, я уверен, что эту песню вы знаете 100%. Сейчас, секундочку. Камри 3.5. Да, Камри 3.5. Нет. Ты поймала, конфуз? Кто это сказал? Как? Иди, я тебя, как в песне там, обниму тебя. Молодец. Даже еще... Есть, я наша, сам... наша! Я ее даже живу. Было не слышно. Так, я знаю, теперь у Любители этого парня... Любители кальянного рэпа. Есть еще шансы победить. У нас, получается, ребята очко забирают и Шазам. Итого счет у нас 3-1. Еще поиграем? Давай, погнали. Давайте. Давайте. Давайте сейчас посложнее, ладно? Давай. Давай. Ягода Малин. Да не-не-не-не. Нет, точно не она. Еще не она. Так, я вот самые популярные песни, я иду ниже по списку, которые, ну, где-то там на 80-х. И сейчас посмотрим, как вы справитесь, товарищи. Окей, погнали. Егор Крид, если... И ты не смогла простить. Если слезы стали... Да! Шазам был быстрей. Парни, долго думайте. А вы уверены, кто-нибудь подснимал Шазам? Нет. Я не понял. У нас Марат независимый, он принимает только валюту. Валюты у нас, как видите, нет. Поэтому, не-не-не, это все. Это... Да я что Шазам, Шазам достается 1 балл. Ребята, я вам предлагаю собраться, потому что счет 3-2. У нас еще 2 раунда. Давай. Если вы сейчас не возьмете очко, то будет ничья. Поехали. Мы возьмем очко, очко наше. Так, хорошо. Давайте, вот это, я вот сейчас против вас, на самом деле. Ты не подсматривай, родной. Да я конечно, понимаю, у тебя линзы там с увеличением. Ты молодец, занимайся. 7D у него. Это как? Я покажу потом. 3, 2, поехали. 1! Я взлетаю как ракета, не знаю, исполнится. Нет. Ракета? Все, Шазам быстрей! Эта песня называется «Виду не подам, Идрис и Лиос». Тихо было, мы не слышали. Чьи, да. Вообще ничего не слышали. Не знаю, вот играло все то же самое. Это было сотое место топ-чарта, извините, ребят. Но мы немножко на сделали на сотом хитрость. Месте Люси же Ботина была. Все меняется, дорогой, все меняется. Итак, счет равный.
И прямо сейчас, Марат, объявляй. Финальный раунд. Парни против Шазама. Давайте погромче, погромче. Да, самое главное погромче. Музыку погромче, хорошо. Тогда я постараюсь, ну я и так уже сделал максимальную громкость и к динамику. Хорошо. Просто песни такие немножко неузнаваемые, их сложно узнать сразу, а Шазам-то он быстрее. Окей. Уверен, раз. Эту песню... Подожди, подожди. Вы по-любому не знаете. Хорошо. Ну, раз. Хотя, давай, говори. Два, три. Я тебя просто у Тендер Либай и это самое. Перфи. Название песни. Все! К сожалению, парни проигрывают Шазаму. Песня называется «Не верю». Это у нас исполнитель Перфи и Тендер Либай. Ты видел? Все, победа остается Шазаму. Вы реально проиграли, что ли? Вы че? Спасибо всем за участие. Я, конечно, на вас надеялся, парни. Вот, знаете, почему проиграли? Потому что вы отрицаете всю любовь. Весь праздник, который сегодня мы для вас устроили. Готовы пересмотреть свое мнение? Нет, нет. Нет. Чего, да, ты офигел? Так, пошли. Иди отсюда, Марат. Пускай остаются. Здравствуйте, с вами Макс Фит, это канал Плюшка, и сейчас у нас в гостях Макс Трейси. Всем привет. Это известный, ну как известный, наверное, неизвестный нифига тиктокер. И Максим, я знаю, ты уже в тиктоке где-то полтора года. Да. Ты добился больших результатов, в кавычках. Скажи, пожалуйста, сколько ты зарабатываешь? Нормально зарабатываю. Нормально это сколько? Ну, хорошо считается это в блогерстве. В блогер... Ребята, вы пока что напишите в комментариях, хорошо, это сколько в блогерстве, но сколько? Нам бы цифру. Ну, вот примерно, может быть, вот, ну, от 5000 рублей до 10, так, ну, да от миллиона до двух. Побольше. Побольше, ну, это на сколько? Как ты, наверное, примерно. Речь заходит у нас очень сильно. Скажи, сколько ты зарабатываешь? Нормально зарабатываю. Ну, вот примерно это сколько? Ну, хорошо зарабатываю. Хорошо, это сколько? Хорошо, это много. Сказал, сколько ты зарабатываешь? Хорошо, это сколько? 100, 200, 300. Помогите. Танцуем в белой дымке. Девочки глазами стреляют, будто в ринге. Диджей снова крутит старые пластинки. Нас накрыл дурман этой вечеринки. Эй, детка, я видел твой взгляд и руки твои под светом софитов. Ты мне хотела что-то сказать, но моя рука так нежно скользит по твоим изгибам. В этот вечер все танцуем парами, под фарами мы танцуем парами. Больше не нужно думать глупыми за парами, под фарами мы танцуем парами. Мысли в голове цвета перламутра. Тебя не отпускает даже на минуту. Темнота сыграла с нами злую шутку. Ты танцуешь до потери рассудка. Нет, не торопись, почувствуй мой ритм. Он не на танцполе, он у меня внутри. Нежность свою для меня ты сохрани. Мой океан глазам твоим. В этот вечер все танцуем парами, под фарами мы танцуем парами. Больше не нужно думать глупыми за парами, под фарами мы что танцуем парами. Все танцуем.
этот вечер все танцуем парами, под фарами мы танцуем парами. Больше не нужно думать глупыми за парами. Под фарами мы танцуем парами. Короче, пацаны, сейчас я вам расскажу просто мега-пупер жизненные истории, связанные с девчонками. Давай. Однажды, короче, пошел я с пацанами играть в футбол. Ну вот как бывает, просто берешь, играешь с пацанами в футбол. Она меня потеряла, на два часа меня дома не было. Она начинает звонить: где ты? С кем ты? Что ты делаешь? Когда-то она подумала, что я 3.5 раза уже изменил. И представляете, до какой степени она просто сама себя раскрутила. Да ладно. Потом, да, прикинь. Братан, она... меня не было 10 минут, мне уже обзвонились. Просто скажи, короче, вчера она приготовила макароны по-французски. Меня не было 10 минут, все забили. Чё? Что? Опустим этот момент. Короче, вчера она приготовила макароны по-французски. Я говорю: дорогая, сегодня было вкусно. Можешь по-флотски? Она на меня вот так вот смотрит. В смысле сегодня вкусно? А вчера было невкусно? И, короче, начала просто по нашей, знаете, хронологической судьбе вот так вот прокатываться. Значит, тебе тогда тоже болоньеза не понравилась, и это тебе не понравилось, и так далее. Представляете? Короче... Однажды потом мы с ней пошли в магазин. Магазин примерять вещи. Ну, футболка ей понадобилась. Можно заткнуться? Спасибо. Футболка ей понадобилась. Она примерила, я говорю: слушай, ну, если честно, не очень. Она опять смотрит: в смысле не очень, паскуда? Ты меня не любишь. В смысле не очень. Знаете, что она сделала на следующий день? Что же? Она выкинула нахрен весь свой гардероб, и через неделю мы поехали покупать ей новые вещи. И угадайте, кто попал на бабки. Ну кто же? В таком случае я попал, ну как бы. Реально, в таком случае я бы просто сидел, молчал и сказал бы: боже, какая классная футболка. Смешно, поэтому не совершайте моих ошибок. А теперь, мои хорошие, я сделаю для вас небольшой сюрпризик. So bad if I wanna make a couple mistakes, yeah. You should know right now that I never stay put in one place forever and ever, no more, no more. The midnight sky, the road I'm taking, and I am in a cloud, yeah. I was born a boy, I don't belong to anyone, oh no. I don't need to be loved by you. Lost him by the devil on my tongue. Oh no, I don't need to be loved by you.
Because fire in my lungs came by the devil on my tongue. You know, nobody will see it. Hell's by my waist, I should never be replaced, baby. Oh, you know it's true, yeah. But I was born a born, I don't belong to anyone. Oh no, I don't need to be loved. Ой, ребята, какая у вас веселая тусовочка. Просто шик, блеск, красота. Да все в телефонах, как обычно. Что там нашел в телефоне? Я ничего, вот у нас двое сидят в телефонах, и все. В общем, у меня для вас есть классный конкурс. Все очень просто. Я уверен, что среди вас есть лучший пикапер. Ваня, 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 вернись к нам. Ладно, мы какая-то Лена, мы с тебя и начнем. Все. Итак, потихонечку. Конкурс называется... Да, я тоже тебя очень сильно люблю. Лучший подкат. Да, очень сильно. Ой, кто-нибудь застрелить его? Понятно. Давай, моя луна, давай. Вот, присоединяйся, как один, Малю. Один подколобочник уже есть у нас. Чего? Чего? Просто сим. С тебя по начнем. Факту. Конкурс я с другом, называется я с «Лучший подкат». Вообще-то разговаривал, не надо мне тут. И другу тоже сделал, да? Понятно. И Марат, слова, я Марат, тебя разберись, люблю. Пожалуйста, с этим парнем. Давай по-пацански все решим потом. Угу. И такой... По-пацански. Ребята, лучший подкат. Все, внимание на правила игры. Лучший подкат. Например, Марат сейчас скажет, какой лучший подкат ты знаешь? Давай. Я, конечно, не гугл, но знаю тебе все. Это было хорошо, да. Ну, короче, все в этом таком ритме, темпе. Мы прямо вот сейчас должны будем это придумать, да? Да. Ну, я уверен. Я готов начать. Я тоже. Короче, кто не сможет, я вам подскажу. У меня есть одна такая, которую мало кто знает. Она очень такая редкая, но меткая. Погнали. Итак, начнем. Тогда, раз ты самый подготовленный. Давай, Акмаль. Дорогая моя, мы, конечно, не носки, но мы были бы отличной парой. Моя давай я продолжу. Давай. Короче, йо, парни, знаете самое круто. Главное? После того, как кто-то скажет подкат, просто разрывайте, ладно? Окей. Да. Ты, конечно, не рубашка, но на мне б сидела хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как жарко. Жалко вот девочки не слышат, конечно. Ну ладно. Бро, давай, ничего страшного, братан. Самое банальное. Так, тихо. Самое банальное. А твой папа случаем не пекарь? Так. А почему у него такая булочка? Булочка! Булочка! Персик, ягодка, конфетка! Ну что, Ваня, остался ты у нас? Что? Давай. А что я? А что я? Ну, а что меня, ты? Меня убьют. За что? Ну там, убьют. В общем, мы ждем от тебя любой Лена, любой Маша, подкат. Клаша, кто убьет? Братан, обе. А, так, ну давайте. Что-то, видимо, особенно подготовил наш... Ты, конечно, участник. Давай, Хабиб, я на тебя покажу. Ну, я, конечно, не... Ну, ладно. Не клетчатая рубашка. Ну, давай. Дорогая моя, ты, конечно, не доллар. На тебя я тоже хотел. Ой-ой-ой! Это было грязно, грязно. Ну, ладно. Больше ты за это мероприятие ничего не получишь. Все, садись, пожалуйста. Итак, Марат выбирает победителя. Давай. Ну, все здесь, конечно, классные. Но выиграли все! Ура! Ребята! Спасибо, ладно, спасибо! Спасибо всем огромное за... Спасибо! Да, все хорошо. Считаю, спасибо! Да. Лучшие тоже... пикаперы здесь! С тобой лечу. Лали, я тебя лечу.
бегу. Позорный вид на меня, все похожи быть хотят, обо мне все говорят. Я, это море, я маяк. И честно говоря, если утка, то я груз. Кря-кря-кря-кря. Лали-лали, па-па-па-па-па. Слезы твои кап-кап-кап-кап-кап. Я тебе хочу чу-чу-чу-чу. С тобой лечу чу-чу-чу-чу. Лали-лали, па-па-па-па-па. Слезы твои кап-кап-кап-кап-кап. Я тебе хочу чу-чу-чу-чу. С тобой лечу чу-чу-чу-чу. Что, у нас новый конкурс. Вы готовы отвечать на мои вопросы? Да! Yeah! Наваливай. Так как я снимаю ТикТок, вопросы будут про... ТикТок. ТикТок. Мы будем снимать ТикТок. Или, как говорят у нас в Китае, ТикТок. Молодцы. Итак, кто знает ответ, сразу поднимайте руку и отвечайте, окей? Да. Поддерживайте друг друга. Любите друг друга, несмотря ни на что. Поехали. Куплет этой песни. Тиктокерши популярный. Начинается со слов. Я люблю. Ненавижу. Валя Карнавал. Правильно. Вот так. Они засчитываются по баллу. Ребята, соберитесь. Ну вы что? Я, конечно, понимаю, возраст берет свое. А, у нас конкурс, да, получается? Типа, кто больше баллов наберет? Сколько вопросов? Да, конечно. Вот у ребят уже по баллу есть, поэтому догоняйте. Продолжаем. Внимательно слушайте следующий вопрос. У какой тиктокерши годовой запас? Клава Кока. Да что ты, я тебе еще не... Я еще вопрос не сказал, блин. Что? Чего у него годовой запас? Внимание, на экран. Да шучу я. Годовой запас Нутеллы. Клава Кока. Дина Сайлот. Молодец. У нее шоколадки. У нее шоколадки. Что? Нет, у нее Нутелла. Кто выиграл? У Клавы Коки шоколадки. Марат выиграл всех вас. А я думал, Клава Кока. Правильный ответ, Дина. Годовой запас Нутеллы в шкафу. Давайте поддержим. Марат выиграл.
Давай, песню Дины. Спасибо, продолжаем. Итак, следующий вопрос. Внимание, не на экран. Какую из тиктокерш хейтили за ее голос? Карнавал. Внимание, барабанная дробь. Я и сам не знаю. Я читаю просто по опросу. Ладно, едем дальше. Я, честно говоря, не знаю, кого там хейтили. Кто? А, тут мне прислали правильный ответ. Давайте, окей, давайте добьем этот вопрос. Ваш вариант, твой. Клава Кока. Дальше. Вы что, кроме Клава Кока, больше никого? Дальше, твой. Марат. Не дыши так громко. Аня Покров. За голос? Нет. Ваня. Артур Бабич. Нет, дальше. Гаврилина. Молодец! Как вы хейтит, за что? Честно, просто так навскидку сделал. Успокойся, успокойся. Извините, да, я немножко расчувствовался. Песен я ее не знаю, сразу говорю. Петь не будешь, да? Да. Чисто вот фартануло, да? Пацан к успеху дошел. Итак, давайте аплодисменты! Что у нас с баллом? Балл. А, 2 балла. Балл. И... Не я. Дырка. Поехали дальше. Почему ты улыбнулся при слове дырка? Дырка от бублика. Поехали. Следующий вопрос. Так, не подсматривай, родной. Кто из тиктокерш, это девочка, хотел Барби-мобиль, чтобы кататься на Бали? Аня Покров? Нет. Ольга Бузова? Нет. А я не услышал вопрос. Дава? Еще раз. Туда кто из тиктокерш хотел Барби-мобиль, чтобы кататься на Бали? Из Dream Team. Рассуждай, дитя мое. Рассуждай. А, она еще пела про Барби, вот это Барби. Да, я такой же вопрос, в принципе, и задал. Ты молодец, занимайся. Есть еще варианты? Стоп, нет. У меня... Нет. А, нет, все работает. Давайте, нет. Я буду подсказывать. Ша? А, да. А, да, та самая Маша. Маша, да, конечно. Маша. Нет, ее зовут немножко по-другому. Ма. Ха. Нет. Ру. Ся. Молодцы, вам по баллу. Я итого. Даже так не допер. Итого. 3 балла, Марат. 2 балла, Ваня. Как так? Александр. 1. 1 и Бублик. Дырка. Молодец. Бублик с дыркой. Ты любишь хлебобулочные изделия, так понял, да? Да. Хорошо. Следующий вопрос. У кого из тиктокеров, это мальчик, есть песня с названием «Недотрога»? Лес рук, лес рук, Бабич? Лес рук. Бабич, нет? Нет. Еще варианты? Милохин. Нет. Хабибка. Нет. Ну все, тогда это слив. Окей, мы так и не узнаем правильный ответ, едем дальше. Минус, 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 ну и дырка, молодец. Ты ничего вообще не теряешь. У него минус один. Все, минус балл, ребят, всем. Да шучу я. У нас 2 дырки. Смотри, внимание на таблицу на экране. Вот окаянный какой, а. Итак, следующий вопрос. Кстати, это заключительный вопрос, поэтому, братан, я в тебя верю. Давай. По 5 баллов, все. Отключите микрофоны, пожалуйста. Я думаю, что не поможет. Ну ладно. Даня упал. Он поднимется, не переживай. Он может, он знает как. Кто? А, какой хаос? Какой хаос так лидирует? Dream Team. Я еще не сказал вопрос. Лидирует в России по количеству подписчиков. Dream Team. Dream Team. Нет. А, нет? Лимонад Хаус. Лимонад Хаус. Твой, давай, твой шанс. Dream Team! Я же сказал! Я подсказывал, как мог. Он уже ответил. Ты как пришел с бубликом. Так я уйду. Так ушел. Спасибо, это был наш конкурс. Вопрос от ТикТока. Побеждает. Да не ты, сядь уже. Марат, вставай. Че ты встал? Сядь. Все, спасибо. Извините, а ведущий сегодня придет?
Здравствуйте, и я сегодня ведущий. У меня к тебе первый вопрос. Как ты относишься к красивым девушкам? Знаешь, как бы 21 век, девушки просто... У меня просто шок вызывает это современное поколение девушек. Я просто не могу просто об этом думать спокойно. Ты отвечаешь за свои слова? Это мое мнение. Ты уверен? Да. То есть? Хорошо, мы не будем вдаваться в подробности твоего ответа. Второй вопрос. Можно я подсяду? Лучше не надо, пожалуйста. Не стоит. А что, в чем-то проблема у тебя? Ты комплексуешь? Ну, немножечко, да, есть такое. Страшно тебе, да? А я подсяду. Может, не надо все-таки? Я подсяду. Высоко в небо меня поднимает. Сияешь так ярко на целый мир. Ты стала подарком, которого я не заслужил. Но ты со мной рядом, и с тобой я жив. Рядом усни со мной. Здесь только мы. Там за окном прибой. Я здесь с тобой. Рядом усни со мной. Здесь только мы с тобой. Там за окном прибой. Это моя любовь волнами бьет. Усни со мной. Здесь только мы с тобой. Там за окном не бой. Я здесь с тобой. Парни, парни, парни! Что? 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 Я, конечно, понимаю, что вы всех девчонок ты выгнали, но День влюбленных-то никто не отменял. Я попросил вас написать Валентинке. Уж что вы там написали, сейчас узнаем. А что это у вас тут гражданин глаза дергался? Может быть, вы написали какое-нибудь чистое сердечное признание? Нет, нет. Точно? Точно. Ладошки-то, не уверен. Ладошки-то вспотели, мокренько осталось. Да я просто волнуюсь, сколько у меня денег за это мероприятие уйдет. Не волнуйся, братан, все мне в карман. Мы потом поделим, да. Итак, готовы? Раздаю Валентинке. Пока не читай, родной. Точно? У кого там глазки-то забегали, родной? Глянь, ага.
Такие у вас валентинки аж слиплись. Вы там что делали-то, ребят? Ай-яй-яй. Сопли вытирали. Так, вот тебе на, держи, родной. Еще одна слипшаяся. Держи. Пацаны, кто что думает? Я вообще без понятия, что там написано. Держи. Пока не читаем. А сам ты что подглядываешь, а? Тише, тише, тише. Нельзя. Он смотрит, кому адресовано. А-а-а. Так, вы что переглядываете? Что, прочитали уже друг друга, да? Бесстыжие. На, я тебя поменял специально. Надо, родной, надо. Кого? Кто без валентинки остался? Марат остался. Марат. Я надеюсь, вы умеете читать, господа. Можно смотреть, да? Подсматривать? Можно. Но не так быстро. Короче, начинаем с тебя, дорогой. Нет, не хочу с тебя начинать. Ты мне не нравишься пока. Давай начинаем, начнем с тебя. Громко, вот, вот парни. Не понял. Кто узнал свою, свою валентинку? Ну, какой-нибудь там. Подмигните там туда-сюда. Ну, вы поняли, давай. Начинай. Окей, окей. Счастье. Ну, ну, где? Давай дальше. Счастье и здоровье. Понятно, что это как-то... Побольше любви. Здоровье и больше денег. Вань, давай ты. Хорошего настроения. Удачи! Что за Мулин Рыж у нас получается? Давай. Миллион подписчиков! Бро, давай. Куча просмотров. Куча просмотров. Читать разучился, родной. Так, давай, родной. Красный ты наш. Сам читай. Любовь и тепла. Любви и тепла. Плохо учился в школе. Извините, извините, ребят. Ну, давай. Давай, братан, зачитывай скорей. Я не буду читать. У него нездоровый вид. Подождите. Я не буду это читать вслух. Так. Нет. Ребята. Шок, сенсация. Так, ну-ка быстро его. Вот. Ну. Я. Давай, читай. В шоке с того, что я там прочитал. Давай, и давай. Огромный давай. Вопрос. Давай кто быстрее. Ну. Я люблю Даню. Что? Что? Стой, стоп! Стой, кто это написал? Подожди. Кто это написал? Стой, тише, 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 тише! Выключите камеру прямо сейчас. Ты? Вырубайте камеру! Куда уходишь? Вы что, обалдели, что ли? Какой Даня? Какой я тебя люблю? Это ты писал? Это он! Я сразу глаз задергался! Это не я! Я! Это не я! Это 100% ты! Так. Я уверен, что мы разберемся. Хабиб, вот что-то с тобой вот не так. Я не зря работал. Сами знаете где, в Макдональдсе. Я все узнаю про вас. Давай мысли так-то, что мне уже страшно. Не бойся. Нам всем тоже тут страшно. Возьми меня за руку. Да я шучу, глупец. Какая тебе рука? Помощи, поддержки. Ребята. Вы, конечно, молодцы, написали все от души. Кто написал «Даня, я тебя люблю», я обязательно выясню. Тебя любил, и ты пошла на лодку.
Прямо сейчас наши супер-гости подготовили нам что? Конкурс. Супер-танцевальный конкурс! Макс и Макс, просим танцевать! Чего так? Ребят, ну поддержите! Погромче, поддержите! Я не умею танцевать. Мы уже знаем. Зато у тебя классные трусы, бро! Кстати, а можно на бис? Да я шучу, не надо, не трогай, не трогай. Да я знаю. Что у вас есть? У нас светлое будущее, а у тебя? У меня есть, но не про вашу честь. Хорошо. Итак, у нас есть музыкальная нарезка. Так. Не мясная, как вы любите, Макс Фит все-таки. Я люблю Макдональдс. Макс Фит. Не, нельзя, я люблю фастфуд. Хорошо. Будет играть музыка, этот популярный тренд из ТикТока, вам нужно будет его повторить. Кто будет лучше, решают. Наши ребята. Девочек у нас Хорошо. Нет, поэтому, увы и ах, начинаем. Дайте шуму, пацаны! Слушайте, пацаны. Братан, можно одеваться уже. Братан, ты куда, на рынок побежал продавать? Носки, братан. Носки забыл. Ты куда, ты ба? О! Деньги ты оставь. Деньги. Что за... Кого вы привели, Акмаль? Просто. Одни мошенники здесь, глянь. Гляньте. Ладно, считается. В конце определим победителей. Второй танец, погнали. Второй тренд. Твои слова водится, так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. Зло так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. Я не хотела. Как говорил мой сосед, славные булочки. Но это не про тебя, Макс Фит. Итак. Про кого? Тебе потом Маратик расскажет. Итак, Марат, как тебе? Круто? Очень круто. Мы продолжаем? Продолжаем. Поехали, следующая песня и следующий тренд. Золотая чаша, золотые цепи. Угадай, где я, не дома, бэйби. Уж не знаю, что там у вас в бокале было, ребят, но ваши танцы, конечно, меня вдохновляют. Что ты хочешь, родной? Я хочу станцевать Иксо. Иксо, ты поддерживаешь? Ты знаешь? Ну хоть что-то ты знаешь, врубайте уже. Ей! Понятно? Ощущай, смотри, I'm gay. Летит в ночном Москве.
Это сучка полослей. Слабая, что все болей. Нам не шам девиэнс. Пожом повиэнс. Я бы шага тупэнс. Это дорого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что ладно, это было? Ладно. Товарищ монтажер, можно там вот это вот где? Какое там слово было? Не говори его вслух. Там. Вырежьте, пожалуйста. Знаешь, все заметил? Вот ты делаешь все, а он пытается с тобой повторить. Это прям просто пушка. Это все, все на станции, да? Это пушка была. Короче, ребята, теперь еще один, да? One more time, please. Ребята, братан, у тебя есть последний шанс его сделать. Сделай из него... Трейси! 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 Ой, рано, рано. Спасибо, что вы в меня верите. Трейси, хочешь, мы тебе поможем? Давай, ты хотел это. Давай, давай. Нажми на плей, я сохранил ту ночь, чтобы ты не забывала, какой день провела со мной. Не хотел здесь оставить, и каждый день я думал о тебе. Мысли мои заставляют разлить. Верь мне в темноте, все в твоих руках, ты играй. Я понял. А, давай, давайте, давайте. Ее бокал полон иксо, она скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб. Ее бокал полон иксо, она скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб. Все, тут все понятно. Обожаю импровизации. Кто это пел? Кто это пел? Это мы с Ваней Кургалиным. Мы с Акмаль с Ваней Кургалиным. Хорошо, что себя не забыл сказать. Спасибо. Молодец. Занимайся. Спасибо. Занимайся. Итак, у нас еще один танец есть, ребят. Давайте уже сделаем это, да? Давай. Я хочу, чтобы ты сделал его, ладно? А ты его поддайся. Понял меня? Я тебе дам. Поехали. Эй! Любит танцевать, и жопа в ее мать. Молодой фараон, я сломал ее кровать. У меня все, эй, йоу, почти все. Это было круто, мне уже понравилось. Мы, по-моему, сломали этот диван. Я на самом деле рад, что Макс не участвовал, потому что он просто вытащил танец своим отсутствием, да? Макс, поздравляю, эту победу твою. Подожди, я тебе хочу кое-что сказать. После их мило, понял? Ребята, это был танцевальный конкурс от наших гостей-тиктокеров. Дайте шуму, парни, ну вы что? Я оставался один одинокий отшельник. Нет, а ты танцевала так близко не из-за денег. Нет, медленный трек на танцполе нам сердце замедлит. Эй, эй. Сдавайся или выстрели, как у питона Сузи. Могли бы быть поближе, но гордость нас не подпустит. Ты гордый на танцполе, и взгляд все обеспечен. Я в гордом одиночестве, и так вечер за вечером. Возьму тебя в свой замок, красавица для чудовищ. Ты слишком идеальная, но ты так мне подходишь. И все как любят люди, любовь, стиль приключений. Все это с нами будет, и ждем всю жизнь этих серий. Когда ты мне поверишь, мне с тобой так хорошо сейчас. Да, горе ясно, чтобы не погасло. Да, да, танцуй. Да, да, танцуй. Мне с тобой так хорошо сейчас. Да, горе ясно, чтобы не погасло. Да, да, танцуй. Да, да, танцуй. Не понимаю, что было. Рядом с тобой меня так не слабо накрыло. Да, ты унеси меня дальше на свои крылья. Сделать вид, что любили. Сделать вид, что ценили. Нелегко, да, 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 да. Хотел тебя поднять, оказалось, ты слишком больно. Дай ты меня обнять, я не сделаю тебе что? Знаешь, что каждый раз у нас трепет и на повторе. И если не идет, может, песни нам быть не стоит. Сдавайся или выстрели, как у питона Сузи. Могли бы быть поближе, но гордость нас не подпустит. Ты гордый на доску, и взгляд
радости обеспечен. Я в гордом одиночестве и здесь последний вечер. Время таких не лечит, мне с тобой так хорошо сейчас, да. Гори это, чтобы не погасло. Дай, дай, танцуй, что? Дай, дай, танцуй. Мне с тобой так хорошо сейчас, да. Гори ясно, чтобы не погасло. Да, да, танцуй. Да, да, танцуй. Ягода малинка. Да не так. Ягода малинка. Очкастый, не так надо. Ягода малинка. Так, стой, стой, щекастик. Ну, сейчас дай покажу. Ягода малинка. Слушай, братан, подожди. Что-то не то, походу. А что не так-то? Ну, как будто бы что-то ну, там... Ну, а ты попробуй. Слушай, я это вообще так текст не знаю. Короче, давайте. Давай ты... Ну, Ядрен Семен, давай, я попробую, окей. А вы там потанцуете, давай. Хорошо? Давай, погнали. Давай. Слов не знаю, ну ладно, поехали. Ягода малинка, оп-оп-оп. Крутит головой, залетает стоп. Такая ты грустинка, холодная как дым. Хлопает глаза, лев прав потолок. Ягода малинка, оп-оп-оп. Крутит головой, залетает. Такая ты грустинка, холодная как дым. Хлопает глазами, лев, прав, потолок. Номер один, девочка краш. И ем уже день, и сплю уже два. Номер один, сказка моя. Где же мой джин, загадал бы тебя. Реки, 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 в реках пиво меня. Вот мы сейчас с тобой, тра-ля-ля, на поля. Пойдем со мной в кино, а хочешь не в кино. Тогда хоть на луну, мне все равно. Ягода малинка, оп-оп-оп. Крутит головой, залетает в дом. Такая ты грустинка, холодная как дымка. Хлопает глазами, лево-право потолок. Ягода малинка, оп-оп-оп. Крутит головой, залетает в дом. Такая ты грустинка, холодная как дымка. Хлопает глазами, лево-право потолок. Ай-яй-яй-яй, ягода малинка. Ой-ой-ой-ой, ты моя грустинка. Номер один, сказка моя. Держи лучи, загадал бы тебя. Реки, 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 в реках ты у меня. Вот мы сейчас с тобой, тра-ля-ля, на поля. Пойдем со мной в кино, а хочешь не в кино. Тогда хоть на луну, мне все равно. Ягода малинка, оп-оп-оп. Крутит головой, залетает в дом. Такая ты грустинка, холодная как дымка. Хлопает глазами, лево-право потолок. Ягода малинка, оп-оп-оп. Крутит головой, залетает в дом. Такая ты грустинка, холодная как дымка. Хлопает глазами, лево-право потолок. Ай-яй-яй-яй, ягода малинка. Ой-ой-ой-ой, ты моя грустинка. Ай-яй-яй-яй, ягода малинка. Ой-ой-ой-ой-ой. Парень в ТикТоке. Малыш, тише. А, смотри, вау. Какой к тебе вопрос. Давай. Сколько раз в день ты общаешься с девушками? Черт. А, дело в том, что, бэби, в моей жизни настолько много, что я общаюсь с ними каждый час и каждые полчаса своего времени. Черт. Это как вариант, ты чтобы понимать. Ты считаешь такое поведение адекватным? Я самый адекватный. Слушай, кому не нравится мое поведение, пускай просто идут куда подальше. Но я самый сексуальный парень в ТикТоке на сегодняшний момент. Черт, это как вариант. Мечтаешь о большой любви, мечтать не вредно, может быть, когда-то повезет. Как сложно все же этот мир. Ой,
мечтаешь о большой любви. Мечтать не вредно, может быть, когда-то повезет. Как сложно все же этот мир. То, что любишь, ты по факту не твое. Никто гарантий не давал, что твой любимый паренек останется с тобой. Останется с тобой. Yeah. Он тебе так подходит по росту. Ты наивно думала, у вас все серьезно. Он тебе казался таким умным и взрослым. Так почему же теперь на глазах твоих слезы? Иногда так в жизни бывает. Чем сильнее любишь, тем быстрее забывает. Быстро привязались, так же быстро теряем. Но разве он такой один? Но ты, подруга, не грусти, не плачь. И отпусти, пускай уходит твой мальчик. И отпусти, пускай уходит твой мальчик. Воу, yeah. Но ты, подруга, не грусти, не плачь. Наверное, это был не только твой мальчик. Наверное, это был не только твой мальчик. Воу. Но ты, подруга, не грусти, ведь он тоже молодой. Ну а что поделать, если в мире много мураков? Ну а что поделать, если в мире много дураков? Он напишет тебе вновь, чтобы все вернуть назад. Но ведь правило гласит, что дважды дурой быть нельзя. Запомни, правило гласит, что дважды дурой быть нельзя. Поэтому, подруга, не парься. Не он первый, не он последний. Это просто определенный жизненный урок, который надо понять, простить и пережить. Не так ли? Но ты, подруга, не грусти, не плачь. Наверное, это был не только твой мальчик. Наверное, это был не только твой мальчик. Ра-па-па-па-па. Так, вы что думаете, товарищи тиктокеры, пианисты, гитаристы, баянисты? Я вас просто так отпущу. Забыли? Пусти. Стоять, сидеть. Кто признался в любви Дане? Признавайтесь. Не надо меня так смотреть, это не я сам себе. Это Акмаль. Хотя это нет, Акмаль. Подожди. Нет, я провел свое личное Хабиб. Расследование. Вы что думали, я зря работал? А где я работал? Хабиб. Правильно, в Макдональдсе. Хабиб. Да что ты хочешь? Это я. Что? Что ты? Подожди, иди сюда. А ну, да не туда, вон туда иди. Туда не ходи, башка снег попадет. Что ты хотела сказать? Чего? Пацаны, бог видит, я не знал. Всем спасибо, я понял. Не, ну радует одно, это хотя бы не пацан. Марьяна, ты что ли? Да, я. Че такая грустная? И еще один вариант, еще один подарок, так скажем. Это подарок? Нет. Да. Пацаны, нам подарок так-то привезли. Подарок? Еще я сегодня не одна здесь, я привела своих подружек. Можно они придут? Подожди, пацаны, ну что, возьмем? Да. Девочки, заходите! Все, Фит полез! Фит, не надо! Стой! Я не хочу этого. Вернись! Парни. Залезай. Короче, смотрите, вас много, девчонок мало, поэтому я считаю, что нужно действовать прямо сейчас. Мы уже научились пикап-мастеру, поэтому все карты в ваши руки, давайте. Ну чё? Моё. Всё. Идёмте, девушка, присаживайтесь. Ничего так. Себе. Марьян, ну скажи честно, проходи, да? Проходи, вон тебя уступили местечко. Ребят, ну... Молодец! Всё, я всё нашёл, ребят, я не знаю, ты нашёл себе, да, даму сердца? Все, я себе одну забрал, пацаны. Вань. Все.
Хабиб, Хабиб, ты только не грусти, мы тебе тоже найдем кого-то. Ну ты подруга. Ладно, ты не подруга, конечно, но плохо. Но не грусти. Но жаль. Парни, девчата, ну скажите же честно, как же здорово в день Святого Валентина, в день всех влюбленных быть рядом с девочками. Ведь нету праздника без вас. Нету без вас огонька в наших глазах. Поэтому всех поздравляем с Днем Святого Валентина, с Днем всех влюбленных. И мы сегодня хотим для вас исполнить песню. Да, Вань? Чё? Что ты? Поем! Так, ты мне сегодня косарь на карту кидаешь, понял? Вот ты какой-то... Слава богу, не я, боже. Тебе Акмаль платит. Слышишь, он как бы все устроил. Нет, это твой как косяк. Мне, как это твой косяк, не мой. Поэтому платишь ты. Все. No problem. Ну, сейчас что-нибудь не подумаем. Плати, но сейчас что-нибудь порадуй обдумаем, нас чувак. Порадуй нас песней, пожалуйста. Хорошо, давай. Все. Мое небо хмурится, руки опускаются, все это забудется, все еще наладится. И несмотря на трудности, мы с тобою справимся. Все это забудется, все еще наладится. Листва под ногами, на сердце камень, и все вокруг мне кажутся врагами. Людей здесь так много, но я одинокий, брожу будто призрак. Это не мой город, сгущаются тучи. Моя память, память, раньше было лучше. Что же с нами стало? Просто посмотри на этот город витрина. Да тут все так красиво, но эти люди пустые. Я не хочу слышать их пустой трёп. Виски со льдом вместо тысячи слов. Я так давно хочу найти свой дом, найти себя и найти любовь. Но мое небо хмурится, руки опускаются. Все это забудется, все еще наладится. И несмотря на трудности, мы с тобою справимся. Все это забудется, все еще наладится. Все это забудется, главное не париться. Все еще забудется, все еще наладится. Опустели улицы, и мне это нравится. Все это забудется. Все это забудется. Слышишь? Все еще наладится. Слышу, мое небо хмурится. Руки опускаются. Все это забудется. Все еще наладится. Несмотря на трудности, мы с тобою справимся. Все это забудется. Слышишь? Все еще наладится. Ну что же, ребята, с Днем Святого Валентина! Мое небо хмурится, руки опускаются. Все это забудется, все еще наладится. И несмотря на трудности, мы с тобою справимся. И все это забудется, все еще наладится. Я иду на свет, ведь хорошо там, где нас нет. У меня в сердце пустота и ветер в голове. Но все однажды сбудется, главное не париться, и все это забудется.